Была заказана эта посылка на Алиэкспресс. На Алиэкспрессе у нас доставка была платная. Обычно все приходит на почту России по месту регистрации, по месту проживания. Вот. Но здесь почему-то доставку осуществляла компания EEMS, по номеру отслеживания можно было проследить, и на территории России компания SDEC. Вот. Далее по компании SDEC у нас получается так. Отслеживание посылки по китайскому трекеру. Посылка пришла в город Москва 13 числа. Вот, соответственно, ей присвоили свой внутренний номер, который мне не сказали. Позвонил оператор, который сказал, что могут доставить домой, либо на ближайшую станцию метро, где у них есть пункт выдачи. Я согласился на один из пунктов выдачи. Вот. Пришел туда, мне сказали, что придет смс-ка о том, когда поступит данная посылка. Пришел туда, там оператор по номеру телефона, она сначала требовала от меня чек, трек. Вот. Ну, в конечном итоге по номеру телефона она нашла мою посылку в Новосибирске почему-то. Сказала, что с Новосибирска может идти до 12 дней посылка, типа ожидайте смс-ки. Вот, буквально через пару дней, после того, как я начал обращаться в службу поддержки их, выяснилось, что по китайскому номеру треку можно ее отследить, и она находится в Москве. Она в Новосибирске даже не обозначалась, не была. Вот, то есть, ну, как бы оператор меня уже обманула, заведомо зная, что она здесь, в Москве. Вот. Когда я пришел обратно на тот же самый пункт выдачи, смс-ка мне так и не пришла. Вот. Оператор мне не позвонила, не извинилась, вот, так как мне написали в чате переписки. Вот. И тем не менее я забрал эту посылку уже с горем пополам. Вот. Для тех, кто не хочет попасть на СДЭК, лучше пользоваться Почтой России, чем компании, которая может смело потерять вашу посылку, задержать на месяц, на два, или вообще не выдать. Кучу негативных отзывов по приложению SDEC можно прочитать даже в Google Play. То есть там как бы вообще рейтинг два с чем-то. Вот такая вот история. Значит, на EEMS не заказывайте ничего с платной доставкой. Вот, лучше пусть это будет бесплатная доставка, чуть дольше, но вам принесут извещение, сходите на почту и заберете.